Все, запись пошла. Доброе утро. В эфире Сергей Нежданов. Прямой эфир, занятие онлайн. Начнем с тишины, с минутки. Садимся в удобную позу, можно на подушечку, можно на полу, скрестив ножки, на стуле, как угодно. Начнем с осознавания, с просматривания, что там у нас внутри, с внутренним взором пройдитесь по телу. Поищите там приятные ощущения в ногах, в руках. Давайте, кто подключается, у нас минута тишины, настройка на себя, на свои ощущения, на свое внутреннее пространство. Можно добавить такую мягкую улыбку. Помним, для быстрой настройки нам нужно помнить про 4 момента, 4 таких пунктика. Это вес тела, что помогает прийти в настоящее ощущение, то есть не вылезти из флуктуации ума, почувствовать тело, почувствовать вес тела. Давайте вниз опускаем. Так, а звук слышим, да? Угу. Почувствуем вес тела. Почувствуйте легкий верх. Голова легкая, стремится вверх. Макушка, за макушку, как будто мы себя вывешиваем. Такую за ниточку тоненькую. Плечи свисают, стекают вниз, руки стекают вниз. И между макушкой и тазом, макушкой и копчиком у нас позвоночник. Он мягко так выравнивается, вытягивается. И четвертое – это дыхание. Можно ладошку положить на живот. И чуть больше вдохнуть, чуть больше выдохнуть, чем у нас нужно, да? Так, чуть глубже, вот, чем нужно в спокойном состоянии. И почувствовать диафрагмальное дыхание. Почувствовать дыхание тела. То есть мы акцентируем, фокусируем свое внимание на ощущениях в теле. И я предлагаю всегда эту фокусировку делать на легкий верх, тяжелый низ в любой позе, чтобы нам почувствовать осанку и вытяжение позвоночника, чтобы уходить из всех вот этих состояний, когда у нас голова вперед свисает над тарелкой или над телефоном, и дыхание. Оно всегда с нами, можно себя потрогать, почувствовать свое дыхание. Хорошо. Сегодня у нас будет несколько такая интенсивная практика, но начнем мы ее очень мягко. Вот. Начну я, хочу еще познакомить вас с одной штукой, вот такой цилиндр, который, вот в прошлые разы я показывал мячики разные, разного диаметра, сейчас вот цилиндр. Цилиндр можно использовать для миофасциального релиза, то есть для высвобождения блоков каких-то в теле, в различных частях тела. Но я покажу позвоночник. Вот как я это делаю. Ложусь на
цилиндр и начинаю. Так, вот так надо показать. И начинаю прокатывать. Вот, например, пояснично-грудной отдел. Поясничку могу вот так покатать. И даже могу на шейный отдел опереться. Вот я опираюсь весом тела. И очень хорошо вот все это катается. Также можно лечь в таком прогибе и полежать, сделать какие-то движения. Ну, в интернете есть, наверное, и в инструкциях по пользованию есть больше вариантов. Вот я использую там для ног, для ягодиц такую штуку. Поехали. Встаем. Продолжаем с дыханием. Ноги ширина таза. Раскрываем грудную клетку, вдох. Натянули переднюю часть, живот, натянули, выдох. Плечики вперед, лопатки раздвигаем. Пальчики вот так вот начинают у нас свисать. Или вот касаться друг друга ладошками. Вдох. Выдох. Ставим ладошки на бедра и втягиваем живот. Вдох. В следующие разы каждый выдох. Выдох. Мы втягиваем живот. Вдох. Выдох. Вдох. Раскрылись. Вытянули переднюю часть, закрылись, вытянули заднюю часть, втянули живот, активировали поясничку и структура живота, венозный приток, вдох, выдох. То есть такое достаточно мощное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Вдох. Выдох. Ноги вместе, руки через стороны, на носочках. Тянемся. Вдох. Выдох. Дыхание уджайи. Втянули живот. Вдох. Кончики языка на верхнем небе. Можно шепотом произносить звук О на вдохе, А на выдохе. И втянули живот. О на вдохе. А на выдохе. И втянули живот. Меняем движение рук, руки вперед, вверх, мягкий прогиб. Выдох. Втянули. Вдох. Выдох. Втянули. Наблюдаем, как просыпается тело. Вдох. Выдох. Втянули. Руки вперед, стороны. Вдох. Раскрыли грудную клетку. Выдох. Втянули. Вдох. Ладошки вверх и назад. Выдох. Втянули.
И еще вдох. Выдох. Тянули. Хорошо, все отпустили, почувствовали, как повлияло дыхание, как повлияли вот эти растяжения на наши ощущения. Начинаем сжимать, разжимать пальчики. Разомнем структуру головы через пальчики. Пальцы вверх, ладошки вверх. Вытянулись вверх. Сжимаем, разжимаем в стороны. Сжимаем, разжимаем вниз. Сжимаем, разжимаем. Сейчас уже мышцы должны утомиться. Мы их пальчики расправляем. Чувствуем, как жужжит все. И покрутили в одну сторону, в другую сторону. Угу. Большой палец внутрь. Кулачки теперь в кулачках. Угу, хорошо. Потрясли. Покрутили вот так. Кисти расслаблены. В одну сторону, в другую сторону. Встряхнули. Угу. Плечики назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три. Волну по позвоночнику поднимаем. Четыре. По очереди. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Голову опустили вниз. Отвели назад. Вниз. Вперед назад. Вперед назад. Хорошо. Повернули право влево. Поворачиваем. Право-влево, право-влево. Хорошо. Боковые движения. Боковые. Отведение в стороны. Хорошо. И теперь крутим восьмерочку. Левое ухо вверх, посмотрели вверх. Правое ухо вверх, посмотрели вверх. Соединяем два движения в одно. Отведение. И поворот. Отведение и поворот. Чувствуем структуру шеи, головы. Хорошо. Правое ухо вверх. Вниз. Теперь повернули голову. Левое вверх, вниз. И меняем направление. Проворачиваем. Хрустим, да? Хрустит? Хорошо. Голову опустили вниз. Круговые движения. Раз. Два. Три. Вдох. Выдох. В другую сторону. Раз. Два. Три. Хорошо. Почувствовали, как поменялось тут в шее. Все время обращаем внимание на ощущения. Хорошо. Теперь ноги, ширина таза. Тазом круговые движения. В тазобедренных чувствуем, что происходит. Колени, стопы. Можно прям перекатываться. На стопах, на стопах, как правильно, не знаю. Другую сторону. Крутим, крутим. Чувствуем, как ягодицы, крестец, поясница, можно живот, тазобедренные, можно все руками потрогать. Угу. Правый бок вытянули, вдох. Выдох, левый бок вытянули, вдох. Выдох. Теперь локоть только подняли. Вдох. Выдох. Локоть. Вдох.
Выдох. Руку вытянули, да? Выдох. 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 Локоть. Выдох. 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 Хорошо. Правую ножку. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Левую. Раз, два, три. Прокручиваем тазобедренно. Чувствуем, что там происходит. В другую сторону. Хорошо. Колени сгибаем. Пятка, ягодица. Пятка, ягодица. Пятку. Растопырили пальцы. У нас сейчас лето. Ну, лето, да? Попробуйте как можно чаще босиком ходить. На носочках, на пятках. Как только пришли куда-нибудь в парк или на природу, снимайте обувь. Подошва нас отделяет от энергии земли. Поищите где-нибудь в Ютубе. Ролики много посвящено этих таких опытов, экспериментов, изменения состояния крови, изменения электростатического, по-моему, или как-то так там измеряют. В общем, босиком мы соединяемся с землей. Давайте на носочках потянулись. На пяточках на себе, на носочках. Теперь чуть пошире ножки. Про внешнее и внутреннее. Внешнее и внутреннее промяли. Ой, прокатали поперечную арочку. Теперь растопыренные пальчики сжимаем. Растопырили, сжимаем. Растопырили, сжимаем. Растопырили, сжимаем. И движение по коврику. Движение по коврику. Растопыренные пальцы. Сначала растопыриваем, потом их ими цепляемся за коврик и проносим пятку вперед. Проносим. Вот. Это одно из обязательных в моей практике упражнений. Ну, для каждого занятия, для каждого моего дня. Почему? Потому что мы ходим в обуви. Пальцы сжимаются, стопа отражает наше состояние. Каждый день смотрите на свои пальчики, на стопу. Все должно быть красиво и нравится. Как только пошли отклонения, принимайте меры. Хорошо стучим. Стучим пяточкой. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Лицо чувствует, как лицо стряхивается. Расслабьте лицо. Расслабьте плечи. Шею, грудь, живот, спину. Ягодицы, бедра. Почувствуйте кончики пальцев на руках, язык, глаза, макушку, затылок. Лопатки стряхиваются. Хорошо, остановились. Наблюдаем. Ноги, ширина таза. Еще одно. Если сделать по минутке каждое упражнение, которое из серии обязательных к выполнению, ну, например, утром, то, наверное, можно целый час это делать. Ну, какие-то мы делаем, я делаю, показываю, которые вот, я точно использую для здоровья тела, позвоночника и любое движение или недвижение, статику мы используем для того, чтобы
увеличивать, расширять возможности по осознаванию себя. Отпускаем. То есть осознаем, что происходит. Какие ощущения. Как это влияет на чувства, эмоции. Как это влияет на наш ум. Поехали. Если я не сказал, если вы какое-то время уже в домашних условиях занимаетесь, купите кирпичик себе или приспосабливайте что-нибудь, там какую-нибудь скамеечку, чтобы, ну, вот сейчас мы будем делать Артха Чандрасану, чтобы можно было в каких-то моментах, не касаясь земли, но опираться. Да, для чего кирпич? Чтобы, если мы не касаемся земли, опираться на кирпич в тех или иных положениях тела. Если есть опора на рукой, то, скажем, поза будет лучше прорабатывать структуру тела. Если мы висим, там как-то будет напряжение больше. Подложки перед грудью, поехали. Три дыхания, вдох, выдох, дыхание уджайи, вдох, выдох, вдох, выдох, руки через стороны вверх, поднимаем вверх замочек, делаем вдох, замок выталкиваем вверх. Выдох. Руки назад. Потянули голову вперед. Вдох. Вытянули переднюю часть. Копчик вниз. Выдох. На носочках поднимаемся. Вдох. Выдох. Копчик вниз. Потянули. Вдох. Голова вперед. Выдох. Руки прямые назад. Вдох. Выдох. Хорошо. Руки через стороны вниз. Опускаемся в наклон. Угу. И пальчиками потянулись вперед как можно дальше. Вытягиваемся. Вдох. Выдох. Голова свисает. Вдох. Тянемся вперед подальше. Выдох. А тазом вверх и назад. Вдох. Выдох. Перекрестили. Локтевой захват сделали, повесили. Вдох. Висим, выдох. Вдох. Ноги присогнуты, живот на бедра кладем. Выдох. Вдох. Выдох, поменяли захват на противоположный, вдох, выдох, давайте втягивание живота вставлять, вдох, выдох, тянули живот, вдох, выдох, тянули живот. Хорошо, ладошки на колени, согнули ноги. Ножки согнули, руки вперед, вытянули, смотрим вниз, вдох. Спина параллельно полу, выдох. Живот на бедрах, два, вдох. Выдох, еще вытянулись. Три, вдох. Колени вместе, выдох. Левая рука на бедро, правая за колено, левое, развернулись, вдох, ножки согнуты, выдох, два вдох, выдох, три вдох, выдох, посерединке, правое за бедро, левое за колено, вдох, ладошка на ладошку. Развернулись, выдох, вдох, выдох,
Вдох. Хорошо. Выдох. Ладошки в начало коврика. Отшагнули планку. Вдох. Планки верхний выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. На правую руку. Таз вверх. Рука за головой. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Таз выше. Выдох. Шесть вдох. Выше. Опускаемся на правый таз. Ровненько встали. Потянулись. Вдох. Правым ухом вверх. Выдох. Правый бок утягиваем. Вдох. Назад не заваливаемся. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Хорошо. Отталкиваемся руками. Встаем в планку. На левую руку. Таз вверх. Голова висит, рука правая над головой. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Отмечайте изменения. Если сложно, выдох. Делаем меньше. Четыре вдох. Или облегченные варианты. Например, колено в пол. Выдох. Пять вдох. То есть сила и выносливость. Выдох. Шесть вдох. Хорошо. Планка. И теперь сгибаем локти. Чатуранга дандасана на вдох. Колени в пол, если сложно. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Дыхание у нас постоянное. Выдох. Уджайя. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Дышим. Шесть втягиваний живота. Вдох. Выдох. Тянули живот. Два вдох. Выдох. Тянули живот. Три вдох. Выдох. Тянули живот. Четыре вдох. Выдох. Тянули живот. Пять вдох. Выдох. Таз выше. Голова ниже. Шесть вдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Продолжаем. Левая нога вверх. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Тянули живот. Три вдох. Выдох.
Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Шагаем вперед. Нога задняя прямая. Приподнимаемся. Если появляется испарина, выделяется вот эта энергия тепла, это хорошо. Потом душ, контрастный душ. Ребрышко левое положили на бедро. Ручки вперед. Вытянулись в одну линию. Задняя пятка. Макушка, пальцы, вдох. Выдох. Поза воина с опорой на бедро. Вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Хорошо. Правый локоть. Колено в пол. Заднее. Правый локоть за левое колено. Ладошка на ладошку. И по желанию заднюю ножку выпрямили. А вдох. Дышим животом, скрученное положение. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Продолжающие. Рука за спиной. Замок. Вдох. Выдох. Вдох. Начинающие простую форму делают. Хорошо. Отпускаем. Руки справа, слева. И теперь нам нужно Ардха Чандрасана. Если есть кирпичик, ставим его возле левой стопы. Давайте немножечко колено в пол отдохнем. Теперь встаем на левую стопу. Правая нога вверх. Если есть кирпичик, ставим на кирпичик. Это я для демонстрации. Левая рука внизу, правая вверху. Вдох. Выдох. Два вдох. Раскрыли правую ножку вверх, правый таз. Выдох. Рука над головой. Вдох. Выдох. Вытянулись. Вдох. Смотрим вниз. Рука над затылком. Выдох. Вдох. И еще раз раскрылись. Правый бок вверху. Вдох. Опустили левую. Выдох. Опустили правую руку, подняли левую. Скрученный вариант. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Делаем меньше, если сложно. Отдыхаем. Выдох. Пять вдох. Задняя ножка вытянута. Шесть вдох. Вот на экране не видно. Вот я пальчиками на ноге показываю. Хорошо. И встаем Вирабхадрасана 3 на ножку. На левую. Руки вперед. Вдох. Выдох. Планка нижняя. Собака головой вверх. Собака головой вниз. Тянули живот. И сели на пяточки. Мы небольшую паузу сделаем. У кого есть водичка, попили. Сели на пяточки, почувствовали подъем и стоп. Если нужно дыхание восстановить, делаем несколько глубоких вдохов и выдохов. Чувствуем, что поменялось. Нам на вторую ножку надо сделать, на вторую сторону.
Ну что, осилим? Собака головой вниз. Правая нога вверх, вдох. Выдох. Тянули живот. Два вдох. Выдох. Тянули. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Еще ножку выше. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выше ножку, голова ниже. Выдох. Шагнули вперед. Сейчас достаточно жарко, вот, по крайней мере, вот у меня здесь. И если вы дома в одиночестве, то, конечно, заниматься голышом лучше, на мой взгляд, чтобы одежда не мешала. Ребрышко правое. Вдох. Выдох. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Вытянулись. Выдох. Пять вдох. Пяточкой назад потянули. Выдох. Шесть вдох. Хорошо. Развернулись колено в пол. Развернулись. И ладошка на ладошку. Можно вытянуть ногу. Вдох. Выдох. Дышим животом. Вдох. Выдох. Вдох. Можно руки сзади соединить. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Пробуем делать сложные варианты. Или если их делаем и сложно, то вот если чувствуете, что все, дальше никак, лучше отдохнуть. Давайте дальше. На правую ножку встаем. Левую ногу вверх, развернули таз. Развернули плечи. Левая рука вверх, вдох. Смотрим или на левую ручку, выдох, или на правую, вдох. Выдох. Еще ножку выше, вдох. Выдох. Рука над затылком, смотрим вниз, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Еще ножку выше, вдох. Выдох. Левая рука вниз. Правая вверх. Вдох. Выдох. Скрученный вариант. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Посмотрели наверх. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вирабхадрасана 3. На одной ножке вытянулись. Вдох. И опустились в планку. Выдох. Чатурангха. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. На носочках приподнялись. Вдох. Таз справа. Выдох. На носочках приподняли, вдох. Таз слева. Выдох. Поднялись, вдох. Колени в пол. Выдох. В кошке прогиб, вдох. Выдох. Вдох, прогиб. Антипрогиб, выдох. Вдох.
Антипрогиб, выдох. Хорошо, планка, вдох. Опустились на живот, выдох. Ладошки под плечи, ребрышки вытянули. Поставили. Руки справа, слева. Выдох. Пальцы в пол, выдох. Выпрямили ноги. Два вдох. Выдох. Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Ноги подняли. Руки вперед. Вдох. Выдох. 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 Три вдох. Выдох. Четыре вдох. Выдох. Пять вдох. Выдох. Шесть вдох. Выдох. Руки назад, согнули ножки. Давайте за пальчики вот так возьмем. За пальцы. Сверху. И натягиваем колени вверх и подъем стоп. Голова вниз, вдох. Выдох. Посмотрели вверх, вдох. Вниз, выдох. Вверх, вдох. Ножки выше. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И еще выше вдох. Опустились. Выдох. Положили руки справа-слева. Голову в сторону. Делаем глубокий вдох. И выдох. Все тело расслабляем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В другую сторону. Голова. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И все, отпускаем, выдох. Хорошо, ладони под плечи. Потянулись вперед, вдох. И вверх. Собака головой вниз. Выдох. Подпрыгиваем руками, ногами. Справа и слева от... А, давайте не справа и слева, а за ладошками. Вот так. Раз. За ладошками. И вытянулись. Ноги ширина таза. Замочек. Вдох, выдох. Хорошо. Теперь опускаемся вниз тазом. Раз. Ручки вперед. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх. Вдох. Выдох. Вверх, вдох. Выдох. Вверх, вдох. Выдох. Вверх, вдох. Остаемся внизу. Выдох. Ладошки перед собой. Толкаем коленями друг к другу. Руками сопротивляемся. Вдох. Выдох. Втянули живот. Вдох.
Выдох. Тянули живот. Макушка и выше, вдох. Выдох. Тянули живот. На вдох. Выдох. Тянули живот. Выдох. Выдох. Тянули живот. Хорошо. Ручки в стороны. Раздвинули еще колени. И еще колени раздвинули. И сделали замок. Не будем делать замок. Садимся. Так. Ну что? Еще 18 дыханий и ложимся. 6 дыханий на вас и на вдох. Выдох. 2 вдох. Выдох. Кто молодец? Вдох. Скажите, я молодец. Выдох. 3 вдох. Кто молодец? Выдох. 4 вдох. Выдох. 5 вдох. Выдох. 6 вдох. Поясница в пол. Поясница в пол. Ноги висят, руки, лопатки на весу. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Ножки вниз. Выдох. Руки вверх. Голова вверх. Вдох. Потянулись выше. Выдох. Как будто под запальчики потянул. Вдох. Сократили. Выдох. Живот. 3 вдох. Выдох. 4 вдох. Выдох. 5 вдох. Выдох. 6 вдох. Ложимся. Выдох. Все отпускаем. Глубокие вдохи, выдохи. Восстанавливаем баланс. Вот это вот кислорода, СО2 в крови. Пополняем запасы. Вот воздуха. Делаем глубокие вдохи. Телу нужно питание. Питание. Дышим. Вдох, выдох. Представьте, что тело лежит в теплой воде, плавает на поверхности и не тонет. Мягко покачиваясь, расслабляемся. Представьте такую невесомость. Почувствуйте, как тело расслабляется. Давайте согнем колени.
левую ногу поверх правой, закручиваем. Таз правее, колени влево. Нет, таз левее, колени вправо, руки в стороны. И продолжаем в скрутке расслабляться. Смотрим влево. Правая ладошка на бедро положили. В скрутке дышим животом, расслабляемся. Поднимаем колени, раскручиваем ножки, закручиваем их в другую сторону. Таз чуть-чуть правее, колени влево. Лопатки на полу, смотрим вправо, левая ладошка сверху ног. Продышиваем животом, скрученным все. Вот внутренние органы массируем. И каждый выдох, волна расслабления. Наблюдаем за ощущениями. Хорошо, поднимаем ножки. Еще раз вытягиваем. Еще полежим минуту. Минуту лежим. Хорошо. Сгибаем колени, обхватываем руками, локтями, локтевыми захватами. Это хорошее упражнение. Можно покачиваться вправо-влево. Расслабляемся и сжимаем. Вот прижимаем бедра к животу, к ребрам. Чувствуем, что нам это дает, какие ощущения в позвоночнике, в тазобедренных, в мышцах ног. Можно отдельно головой покачать вправо-влево. Хорошо, теперь вытягиваем ноги, руки вверх. Тряхиваем. Минута тряска. Тряска минута. Омолаживающая процедура. Обязательно тоже можно делать несколько раз в день. От 1 минуты. 1-3 минуты.
тряска, трясем кисти, стопы, создаем тряску фактически по всему телу, лицо расслабляем. Наблюдаем за ощущениями. Если в какой-либо момент мы испытываем неприятные ощущения, не обязательно в этой позе, в любой другой, то мы прекращаем это. Помним, да, мы не идем в неприятное, в боль, в дискомфорт, мы не идем. Еще интенсивнее, добавили еще 15 секунд, добавили, встряхиваем. Наблюдаем, как мышцы трясутся. Остановились. Взяли себя под бедра. И сели. Садимся. Еще раз тишина. Создаем тишину вокруг. И внутри. Добавляем улыбку Будды. Надеюсь, все почувствовали свою силу. Если тело недостаточно еще тренированное, вот в таких тренировках лучше смотреть на свое самочувствие и на свои возможности. И ну, где-то, может быть, сычкануть, да? Но это не от лени должно быть, не то, что вот мне лень, а объективное ощущение, что вот если я дальше пойду, то потом надо будет полдня отдыхать. То есть нужно ровно, чтобы это сконцентрировало такой сгусток, чтобы мы сделали с такого плотной энергии. Вот, и вот эта сейчас плотность давайте сформируем перед нами, сейчас пока не разбегаемся, важный момент. Мы такой, как шарик. Формируем, можно руками его так потрогать, шарик, сгусток вот так, он только перед головой, перед вот сюда его формируем, такой шар без времени, там вот нет времени, там нет ничего, пустота, там есть сила. И вот мы сейчас его будем наполнять, этот шар. Давайте помещаем как бель. Помните, спортлото, может, кто-то видел, как шары так выкатывались. Вот у меня такая ассоциация. Вот представьте, что в виде шара туда закатывается ощущение радости. Вот туда вот сверху, по позвоночнику, из грудной клетки, из сердечной чакры мы выкатываем ощущение радости в этот шар. Можно представлять цвета, что вот радость такого цвета. Вот у меня радость. Вот такая. Я не буду говорить, обуславливать. Давайте следующее состояние. Туда закатываем состояние счастья. Следующее состояние любви. Следующее состояние, давайте, легкости. Счастье, радость, любовь, легкость. И давайте состояние свободы. Достаточно будет. Уже такая смесь там получается. Счастье, радость, любовь, легкость, свобода. И мы в этом шаре все это перемешиваем. Все цвета, такой перламутровый цвет получается, наверное. Перемешали все эти состояния в одно состояние ресурсности, любви, радости, легкости, счастья, здоровья. Давайте туда еще изобилие добавим. Изобилие туда, в эту смесь. Изобилие.
Всем нам всем нужно изобилие, оно всегда есть. Мы просто его должны принять как часть своего существа, часть своей жизни, изобилие во всех сферах, в любви, в счастье, в радости, в свободе и в более земных делах. Давайте этот шар помещаем внутрь себя, так, втянули. Втянули шар в себя и вывели его над головой в 8-ю, 9-ю, 10-ю чакры и дальше. Над головой как такую крышечку, как шар, как шляпу такую. Над головой. И оставили там. Вот, мы с вами сейчас создали фильтр деструктивных мыслей. Понаблюдайте, как сегодня будет проходить день. Направьте, представьте свой день со всеми делами, со всеми встречами, персонажами. Улыбнитесь, поблагодарите, что у вас это есть. Неважно, предстоит там что-то трудное, что-то такое, что не хочется делать, а вы просто туда добавьте радость, счастье, любовь, изобилие. Представьте свой день. И давайте пожелаем по традиции уже восточной, буддийской, счастья и избавления от страдания всем живым существам. Это такая суперкороткая метта-медитация. То есть представьте родителей, друзей, учителей, нейтральных людей, врагов или каких-то неприятных персонажей и всех-всех-всех живых и чувствующих существ. Даже если сейчас комары, мухи там или что-то еще донимают, представьте, что всем нужно счастье, все стремятся быть счастливыми и жить в изобилии. Пожелайте всем избавление от страданий. И себя тоже не забудьте. Хорошо. Пейте воду. Вставайте под душ. Всем. Да, еще задайте вопрос. Кто молодец? Кто молодец? Я молодец. Ты молодец. Поднимите ручку, у кого ресурсное состояние. Спасибо. Наталья, Борис, Анна. Тут кого еще можно прочитать? Татьяна, Ксюша, Мария. Все, спасибо вам. В четверг занятие будет больше тонким вещам, посвящено энергии, чакральному комплексу. Мы будем его прочищать, как будто бы уборку по этажам сделаем. И будет йога, медитация, цигун. Цигун база. Все, пока. Делитесь с друзьями.